Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Легенда, немножко нестандартной ширины, 3 метра 40 сантиметров, длина 4 метра, на бетоне. Бетон сейчас готовим, нужно немножко тесать неровности. Все, пока приехали, разложились, начинаем строиться. Каркас теплицы построили, закрепили его к основанию, выровняли. По уровню закрепили также отливы, такие красивые у нас отливы. Все, сейчас докручиваем верх теплицы, там прогоны, конек ставим и параллельно начнем крыть стены поликом. Поликарбонат 4 миллиметра, 0,7 плотность, и торцы защищены торцевым профилем. Под снегом сейчас не видно, нет, видно. По низу пущен отлив в размер. Заказан и смонтирован. Сейчас у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда. 3 метра 40 сантиметров ширина, 4 метра длина. Погода сегодня что-то нелетная. Ну ничего, мы ее одолели. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 60 арки, 40 на 40 торцы. Заполнение 40 на 20 и 20 на 20. Покрашено все полимерным порошковым способом. Цвет шоколад. Имеются диагональные усилители для большей жесткости. Имеются два форточных блока на термоприводах, пока они деактивированы. Стоит все на бетоне. Бетон немножко неровный был, поэтому выравнивали теплицу. Вот небольшие, видно, даже щели снизу. Будет это все заделываться. Вот такая, вроде компактная, но что-то она очень такая огроменная получилась теплица. И в высоту, и в ширину. Здоровская, конечно, размер. Каркас мощный. Будет стоять долго и счастливо. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.